Начинаем новый влог. Во-первых, хотел поделиться прекрасной погодой в Сочи. 13-14 градусов, вылезло солнышко. И сейчас я сходил на процедуру. Как она правильно называется, подскажи? Лазерная эпиляция. Ну, как какой-то... Подмышек. Я думал, у нее есть какое-то особое название. Ну, не суть. На самом деле не больно. Буду делиться подробностями, если вдруг кто-то хочет решиться. Стоит это недорого. За первую процедуру я заплатил вообще всего 345 рублей и купил себе клубную карту для того, чтобы в последующем были скидки. Может, потом решусь и на пипку. Ну, прекрасно, потому что брить все это... Ну да, возможно, кому-то эти подробности не нужны, но на самом деле это прикольно, если не брить. Стой, подожди. Просто музыка играет, как бы она потом... А, хотя пофигу, монетизации нет все равно на Ютубе. Я просто думаю, полезно ли с утра есть пиццу? Нет, я думаю, не пиццу, а супчик уже есть. Супчики? Тут, по-моему, только такой этот крем-суп томатный, но я его тоже не очень хочу. Блин, тогда давай не сделаем. Вот сырники можем поесть. В итоге с Катюшей взяли сырники, капучино и молочный коктейль классический. 627 рублей. Готово. Твой коктейль. Благодарю. Трубочка. Мне капучинки размешаешь, я пойду руки помою. Так забавно сейчас было, я пошел руки мыть, и там телочек стоит в зеркало, фотографируется, я вхожу, он такой, и знаешь, так как-то опешила, испугалась, будто бы он без застеснялся. Ну, за один туалет, а мужской, женский один? Ну, там сразу, да. То есть там две раковины стоят и туалет. Может, она подумала, что это женский, а типа ты заходишь? Не-не-не, она просто в тебе писала. Испугал девочку. Испугал, а да. Чем кушать? Софагер. Есть вилочка? И сырники руками ешь. Не-не-не, сердечко. Сиськи. Какие сиськи, сердечко? Да не тут, выше сними, вон там, вот, видишь, смотри, как. Я даже не приметил. А это у нас Новагинская. Или Новагинская. Все зелененькое, хорошо. Народ гуляет, все бездельники, как и мы. Бездельничать классно. Это правильно бездельничать. Не сидеть дома, телек смотреть, а? Да. Слушай, ну если мы будем очень экономно жить, можно долго бездельничать. Ну, да. Потом деньги начнут заканчиваться, и все, ты в пятерочку, я на работу. Рыбачить, что ли? Ага. Ну вот уже на следующий день погодка разгулялась, и народ повылазил. Гораздо больше. Очень много семей. Вон вся детская площадка усеяна. Вчера, когда проходили, было очень пусто. Ну и вот, посмотрите, впереди. Прям много народу. На пляж тоже повылазили. Что говоришь? Ну еще. Ой, да. Музяку тут зарядили. Прекрасно. Вообще солнце, конечно, удивительно поднимает настроение. Все прям по-другому. Город преображается. Как будто вообще в другое место, да, приехали. О, Пульма. Я там жил. Я там работала. А я жил. А я работала. Жить лучше, чем работать. Андрей взял себе щи. Я не знаю, что это такое. Короче, какая-то котлета или мясо, или что-то с макаронами. А я взяла свинину с рисом. Все, ничего интересного. Он пошел руки мыть. Он, как всегда, взял себе компот из сухофруктов, а я морс.
Красота? Красота. А мне просто лениво сейчас снимать, знаешь почему? Потому что я наелся очень сильно. Что ты сделал? Наелся очень сильно, поэтому лень снимать. Вот такую красоту вы могли бы пропустить, если бы я не взяла камеру. Смотри, какое дерево красивое. Да, я знаю. Это вот как его делают? Ну, по какой-то ставят, да? Да, ставят столб, и он пока маленький растет, и это... Очень красиво. Да. Слушай, так необычно на зелень смотреть, естественно. Не вот всякие пихты и ели, которые так круглый год зеленые. Угу. Как будто резко в лето переместились. Ну, угу. Тюльпаны, смотри, в стиле. Птички там есть. Красота. Просто красота. Да. Ну и морька, смотри, вон кошак лежит. Сейчас здесь не кошака, если он нас не испугается. Вообще, я заметила, то, что в Сочи коты и кошки, они все с тоненькими лапками. Прям такие малюпущенькие. Привет! Мы после обеда пробрались на территорию «Жемчужина Гранд Отель». Бля, прикольно, ребята. Пробрались, тут... как будто здесь запрещено ходить. А разве можно? Конечно. Ну там это... проходная, как-то так. Все проходят, здесь можно, это не запрещено. Я думал, запрещено, тебе, и мы территорию... такие с тобой не, опасные не, ребята. Тебе, чтобы на территорию бассейна пройти туда, вот надо разрешение, туда ты не попадешь. Надо заплатить. А здесь можно ходить без проблем. Кто-то, может быть, хочет в этот тай-спа сходить. Да, а я думал, я нарушитель такой, чувствую себя. А, ну вот тебя обламываешь, чтобы человек ты знаешь, такое чувство было. Опасность. В плавках. В плавках, ну а как холодно, бы в бассейне? Блин. Ну в воде-то нормально. Что я хотел сказать? Ребята, у кого сейчас снег, ну немножко насладитесь. Слушай, классный бассейн. Достаточно длинный, дорожек много. Да. Вообще кайф. Водичка-то. А тут отдельно можно его снять? Да, отдельно, я тебе говорила, там на весь день 1000-2, не помню, короче. Я сюда ходила один раз. Очень хороший день сегодня, ребята, очень. Невероятно, конечно. Ни одной тучки, вот все голубое, вот чайка. Блин, у меня руки ледяные, мне холодно, я не могу смотреть на людей в плавках, ну прям очень, я не понимаю, как. Я только что сказал, что тепло, хороший день, мне очень холодно, мне очень холодно. По сравнению с тем, что было, да, тепло, но не для бассейна. Я просто бы тогда Кати, из воды не вылезала. У Кати руки все время мерзнут. Да, все время греет. Ну вот, такая атмосферка. Ходит там под мостиком. Андрюш, у меня, кстати, задание. Можешь минуту помолчать? Я хочу видосик заснять. Снимай. По-любому ты хочешь меня куда-то завести, чтобы изнасиловать. Не выглядит как что-то туристическое, где можно пройти куда-то. Заводить, если у нас есть квартира. Ну, мало ли, может, экстремалка. Нет. Фу. Да, тут такой крутой подъемчик. Сначала, кажется, вообще не понятно, куда они смотрят, а там вон белка. Надеюсь, ее видно. Если что, вот это, вот это смотрит уже туда минуты три, наверное. Опять Катя платит за меня. Все, идем? А, ну надо, наверное, давай подождать. Нажаться. Давай. Ну да, все, давай. Сейчас скорее. Вдруг делаете и на ту сторону. Ага. Если вдруг не узнали, мы с Катюшей находимся в парке Ривьера и катаемся на колесе обозрения. Ну, мы практически на пике колеса обозрения. Вот тут вид. У меня сейчас так сердце ёлкнуло. Гид по телефону уронить? Было бы не очень. Они сейчас такие дорогие. Вот. И вон мойка. Ну вот, мы практически в наивысшей точке. Класс? Другие нас вот так вот раскручивают здесь. Ага. Будет страшновато. Скажи, можно я твой телефон не буду уронить? Да уж, постарайся. Постараюсь. Но он у тебя скользкий, без чехла, блин.
страшно вам? Да, камеру тоже эту ронять не хочется. Если она с такой высоты упадет, я думаю, ей капец. Чтобы я второй круг не поехал. Ой, иначе тебе придется еще за меня платить. Альфонс? Альфонс. Ладно, авокадо я видела, а это кто такие? Это и есть авокадо. А, это, мне кажется, вишенка. Вишенки? Да.